нигде, ни в одной республике бывшего Советского Союза свои оружейные склады российская армия не оставляла. Что можно было, увозили, что нельзя было, взрывали. А здесь, на территории, которая тогда еще считалась российской территорией, почему-то армия ушла, оставив полные склады оружия. И, естественно, огромное количество людей, которые из на площади стояли, из сел очень много, безработной молодежи прибывали, они оказались оружием, да. И вот тогда на площади этим митингующим пытались говорить, что это кончится большой кровью. Они ведь очень просто отвечали, нет. Когда реально эти танки вошли в Чечню, почему-то это старики, которые собирались вот этими своими посохами останавливать танки, они куда-то исчезли. И погибло огромное количество мирного населения и молодежи, ими обманутой.